мы купили вот такую игру. Поймай баланс. Вот так вот выглядит корабль. Ну да, но это попозже поиграем. Да, попозже. Надо каждого пиратика, надо его одеть. Одеть ему вот зеленый костюмчик сзади и спереди синий. И получается вот такие вот пиратики. Да, мы сейчас все сложим. Будем играть. Классный корабль, так как на волнах качается. Смотрите. Море такое, да? Армия пиратиков готова. Ну что, давайте играть. Леша, ставь своего пирата. Так. Анечка, давай ты своего. Аккуратненько, не спеши только. Теперь моя очередь. Так, он считается, осторожно, корабль засчитала. Ну, Леша, ты неаккуратно, ну все, проиграл. Какая тут конструкция интересная. Аня выиграет. Интересная игра, правда? Да. Мама, остайся только за Аней пиратик. Ну, на картинке, конечно, пиратики красивее. Да, на картинке, вот, смотри. Видите, вы тут какие-то наклейки на лице, да? Смотрите. Пиратики закончились? Все стоят. Да. Ничья. И мама выиграет папу. Да, у папы два раза все равно падал, так что я победил. Значит, у мамы две пользы. Вот это попуск входа, наверное. Да, мама? Вот это попуск входа. Вот. Ну да, главное не сломать. Вау, какая классная стрелка. Да, вот и все, какие-то штуки. Это они держат, это да, она. Кирпичную стену, да? Да, кирпичную стену. Там... Вау. Смотри, вот у нас котенок. Вот это. Покажи-ка. Ой, какой красивый серенький котик. Да, вот. Угу, вижу. Вот так вот. А ты сюда какие-то обувь туда? Да, а где молоточек там какой-то или что? А, нет, как-то... А, вон там все лежат, инструменты. А тут котики сегодня. Мяу, мяу. А дети? Давайте посмотрим вот эту штуку. Можно два для земли. Да, или пропуск входа там что-то. А тихо, ставим правила. Вот такие правила. Ну, открывайте, будем играть. Смотри, идет строительство стены. Да. Кирпичный это дом. Это наш дом будет стоить. Да. Кирпичный дом. Вот, это рулетка. Сколько мы должны посадить? Вот у нас такая же это, кирпичная кладка в нашем доме. Некачественная. Открывается щелями. Смотрите, вот это попуск входа. Вот это можно... Ну, вазны и красные. После этого вазные виды кирпичей. Так, зеленое. Если попадется зеленое поле, выбить один оранжевый кирпич. Если синее, выбить один красный кирпич. Серое, по два кирпича каждого цвета. Красное, пропустить ход. Мам, тут написано, какие тут вазные цвета, видите? Красные, вазные. А можно их и так ставить, наверное, без разницы. Ну, да, наверное. Два кирпича вместе. Аня, не туда! Тихо-тихо, все. Папа, поправь там. Кирпичи. Вот такая классная стена получается. Покажите, вот такие мастерки лежали. Да. Аня, отпусти, я покажу. Вот такие. Да. Рулетка наша. Все, садите котика посередине стены. Аккуратненько. Аккуратненько. Все, давай. Аня, шкафу, да, крутить надо. Я первый буду. Крутить надо, давай, да. И мне побраться. О, у тебя побраться сложное задание. Тебе надо выбить и красный кирпич, и оранжевый. Так, Аня, не считаем стол и не мешаем Лёше. Сзади можешь рукой держать, поддерживай. Когда он будет падать, чтобы выпадал. Давай-давай, тихонько. Опа, покажи, всё, достал. Оранжевый, теперь красный второй надо, нет, любой. Нет, только смотри, чтобы кот не упал. Может, в другом месте. Ну, сам решай. Ох, стенка надломилась, Лёша. Кто следующий? Давайте, может, Аня будет? Ну, Аня сейчас нам все разрушит. Аня, давай, это не для тебя игра. Это игра с 6 лет. А тебе еще 3 годика только скоро.
Вот. Давайте все. Папа следующий. Все. Папа, подожди, крути. Лёха задание не выполнил. Два таких достаточно. Точно, 4 кирпича надо вынуть. Все, смотрите, Лёша пробил дыру. А это я специально. Поставить надо. Лёша пробил дыру. Вот это. Ну, давай. Подожди, пускай папа следующий ход делает. Давай, папа, крути. Не, вот и же вот это. И папе попадается один блок. Вот авазный. Тебе попался вот этот зеленый, один авазный блок. Папе повезло. А мне не повезло. Один такой желтенький, да? Авазный вот этот. Так, тише, Лёша. Убирай любой. А, ты сверху решил снять, он хитрый. Ладно, мой ход тогда. Да. А мой. Давай, куси. Подожди, держи эту штуку. Давай. Мне надо как-то... О, сколько? О. Одна, вот этот один. Одна красная. Одна красная. Беру. И вот это просто красная. Или две. Аня, не шатай, стол. Так вот, кота это, подержите. А то серый возьми. А если упало больше, кстати, чем нужно кирпичей? Проиграл. Тоже проиграл? Я не знаю, правила не читал. Ну ладно. В общем, такая игра. Все, в общем, такая игра интересная, да. Лёша не прыгает. Лёша тебе мешает, помехи делает. Да. Ну не прыгай. Классно у нас. О, кот как-то еще держится. Ой. Да во, можно... Давай, Лёша, ход, ходи. А. Лёша хочет по правилам крутить. Сейчас тебе 4 попадётся, вот. Вот, слава мне попал. Вот, кот сразу от страха упал. Да. Ну, да, один. Прикольно. Так. Да кот, кота посадите-то. Чё ты убираешь, если кота нету? Ты можешь пальчиками лучше, потому что этой штукой неудобно. Мама, я не попал. Всё, я поиграю. Поздравляю.